На двух опасных хищников в Приморском океанариуме стало больше. Белоперые акулы перебрались в аквариум со скатами. Им еще предстоит поделить место под рифами. Скажем так, не очень дружелюбные. Это тоже акулы и скаты. Но эти акулы ведут достаточно пещерный образ жизни. Для них здесь есть своя пещера. Им, правда, предстоит отстоять ее у скатов. Но они приживутся здесь и будут чувствовать себя, я надеюсь, очень хорошо. Белоперые акулы – ночные хищники. Благодаря тонкому и гибкому телу они могут забираться в узкие щели и трещины рифа, извлекая добычу, недоступную для других хищников. В охотничьем азарте они способны выламывать куски кораллов, не оставляя жертве ни единого шанса. Я надеюсь, что они выберут вот это вот место. Они, очень оно идеально подходит, то есть на глазах прямо открытые для посетителей. И, кроме того, следует учесть, 2 года их кормили только в дневное время. То есть мы стараемся сдвинуть естественные биологические ритмы всех животных так, чтобы это было удобно посетителям. Характерная особенность белоперой акулы – окрашенные в белый цвет кончики спинного и хвостового плавников. Им не нужно плавать, чтобы дышать. Напротив, они могут на протяжении долгого времени оставаться совершенно неподвижными. В научно-адаптационном корпусе океанариума белоперые акулы содержались с сентября 2016 года. За это время они подросли. Размер одного из самцов достиг 180 сантиметров, другого – 110. С учетом того, что мир акул соединяется с большим рифом, где содержится много костных рыб, которыми хищники питаются в природе, работники океанариума усилили заграждение в аквариуме и установили дополнительные решетки. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.